Ежегодно на базе колледжа машиностроения и сервиса имени Серго Орджоникидзе города Каспийска проходят разнообразные познавательные мероприятия регионального значения. Вот и 25 ноября для 34 школьников и обучающихся колледжей со всего Дагестана состоялся конкурс индивидуальных проектных работ «Финансовая грамотность. Знания для жизни». Открыла встречу директор учебного заведения Людмила Шабанова. А сегодня уже в бой вступают те, кто занимается финансовой грамотностью. Мы с удовольствием вас всегда ждем, с удовольствием обсуждаем ваши проекты, потому что от вас зависит наше будущее, от вас, ребята. Как вы будете мыслить, как вы будете уметь представлять свою мысль и как вы будете ее уметь до конца доводить. Целью конкурса являлось повышение финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных и средних профессиональных учреждений, а также повышение уровня знаний и содействие формированию навыков разумного потребительского поведения при управлении личными финансами. Оценивала проекты компетентное жюри, начальник экономического отдела Национального банка по Республике Дагестан Южного Главного управления Банка России Джамиля Алиева, директор отделения банка ВТБ в Каспийске Юсуп Аскадинов, менеджер по зарплатным проектам Сбербанка Джамиля Курбанова и другие специалисты. Хочу пожелать всем на самом деле удачи, но мы со своей стороны, значит, будем так объективно оценивать вас. На самом деле нет победителей, здесь, я думаю, победителями будут все. Ну и надеюсь, что среди вас, вот сейчас у нас и месячник идет киберграмотности республики объявлен, и идет набор волонтеров, и надеюсь, среди вас найдутся как раз-таки волонтеры, которые будут активно сотрудничать с нашим банком, не только с нашим банком, наверное, вообще будут проводить эти мероприятия по финансовой грамотности в нашей республике. По итогам конкурса в категории 8-9 классов первое почетное место заняла ученица Каспийской школы номер 2 Арина Гюльметова. В категории 10-11 классов лучшей стала старшеклассница Хибдинской школы Шамильского района Хадижат Абдулаева. А среди обучающихся СПО победил студент колледжа экономики и предпринимательства города Буйнакска Магомед Загир Магомедов. Всем победителям и участникам конкурса были вручены дипломы, сертификаты, а также денежные призы.